В зале детской модельной библиотеки района прошло мероприятие, в рамках которого был проведен конкурс «Библиопрофи-2024». Целью проведения конкурса стало повышение престижа и социальной значимости библиотечной профессии. С приветственным словом к присутствующим обратились начальник управления культуры Рауф Хурья и директор межпоселенческой библиотечной системы района Фатима Хакунова. Желаю вам всех успехов, благополучия. Я очень надеюсь, что то хорошее настроение, с которым вы пришли на это мероприятие, будет вас сопровождать тогда, когда этот конкурс закончится и вы разъедетесь по своим домам. Пользуясь случаем, всем вашим родным и близким самые добрые пожелания. Вам здоровья, долготерпения. Сегодня как бы мероприятие наше проходит в формате конкурса. Но я думаю, что это больше всего проявление своего профессионализма. Поэтому всем конкурсантам желаю удачи. Приятного всем просмотра. Задачи конкурса включали в себя раскрытие профессиональных качеств и потенциала библиотекарей, стимулирование творческого подхода к работе. Участникам предстояло выполнить 4 задания. Это визитная карточка, библиотечный профессионал, творческий конкурс по краеведению под названием «Приезжайте к нам» и литературный конкурс «Наша любимая семейная книга». В рамках мероприятия библиотекари продемонстрировали свою глубокую преданность профессии, эрудицию и педагогические навыки. Работать в библиотеку я пришла в 1999 году по совету своей свекрови, которая 35 лет отработала в библиотеке и посвятила библиотечной работе. Отработав 25 лет заведующей Дружбинской сельской библиотекой, я с уверенностью могу сказать, что это одна из увлекательнейших профессий. Моя работа интересна и многогранна. Современная библиотека – это не просто хранилище книг и информации. Это место для проведения досуга, место для общения. Работая библиотекарем, я стремлюсь привить любовь к чтению у детей посредством различных мероприятий, которые провожу. Больше всего ребята любят конкурсы, викторины и мастер-классы. Это мероприятие по истории, обычаям, традициям нашего народа. Библионож 2024 и многое другое. О своей профессии хочу сказать стихотворением Любови Тихоновой. Оно как нельзя лучше отражает мое отношение к профессии и к читателям. Погода такая дождливая, но солнце сквозь капли светит. И я такая счастливая, счастливее всех на свете. Иду на работу с радостью, как будто на светлый праздник. Смеетесь над этой фразой? Поверьте, совсем напрасно. Работа моя, как солнышко, светит и мне, и людям. Выплеснут душу до донышка, а мне в 10 раз прибудет. Вхожу в свое царство книжное, хранительница вселенной. Весь мир пред собой вижу я, но мир не подвластный. Здесь двери открыты каждому. Пожалуйста, заходите. Все доброе, нужное, важное берите, читайте, любите. Здесь верится в доброе, ясное. Здесь век встречается с веком. Да что может быть прекраснее работы в библиотеке? Награждение победителей конкурса прошло в радушной атмосфере. Дипломом первой степени была отмечена заведующая Хачимзийской сельской библиотекой Марина Тутаришева. Дипломом второй степени награждена заведующая Казинокужурской сельской библиотекой Надежда Вахрина. Диплома третьей степени была удостоена библиотекарь детской модельной библиотеки Мария Пшизапекова. Отдельный приз от председателя районной организации профсоюза работников культуры Замирет Хамдоховой получила библиотекарь аула Ходз Саида Бижева.